Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как уменьшить яркость экрана твоего смартфона ниже, чем минимальная заводская настройка. То есть, если в твоем телефоне минимальная яркость, которая устанавливается в настройках твоего смартфона, тебе недостаточно, к примеру, ты ночью читаешь много, либо хочешь по максимуму сэкономить заряд твоего аккумулятора, то и в этом видео я расскажу, как установить яркость ниже минимальной в настройках. И хочу сказать один момент, что во всем видео, здесь, когда я регулирую, когда я буду дальше регулировать, ты можешь не видеть изменений яркости, так как я записываю экран своего смартфона, а регулирую именно светодиоды своего экрана, поэтому я сейчас регулирую яркость, но у тебя, скорее всего, видео идет одной яркостью. Это, в принципе, никак не влияет на информативность видео, потому что каждый смартфон нужно настраивать индивидуально, и ты должен, если решишь уменьшить яркость, то ты должен ориентироваться только на свой смартфон и непосредственно методом проб найти ту яркость, которая тебе нужна. Итак, не теряя времени, давай дальше. Переходим в Play Market, и нам нужно скачать приложение Screen Filter. Вот так вводим английскими символами в поиск, нажимаем поиск. Нам нужно приложение Screen Filter от разработчика Huxer Industry. Вот так выглядит иконка этого приложения. Как видишь, у приложения очень хорошие отзывы, 4.5, это очень хороший отзыв. И более 5 миллионов скачиваний. Скачиваем, устанавливаем и открываем. Вот так выглядит интерфейс нашего приложения. И тут я хочу еще дополнить такой момент, что чаще всего такая проблема с нехваткой минимальной яркости встречается на более старых смартфонах и планшетах. Потому как на современных смартфонах даже самая минимальная яркость и так достаточная. То есть она будет реально довольно темно будет. Но если у тебя есть такая проблема, что не хватает, значит можно ее решить. Итак, скачали, установили, далее нажимаем на нее, на иконку приложения, ОК. Далее опускаем шторку, здесь у нас появляется скан-фильтр, нажимаем на него, и у нас встречает вот такое меню. Для настройки яркости следует ориентироваться на вот этот вот текст. Когда ты будешь менять вот этот ползунок, он, как видишь, меняется. Если ты сделаешь, к примеру, вот так вот, то это будет означать, что когда ты нажмешь вот сюда, Enabled, то есть включишь функцию, твой экран будет очень сильно темный, и возможно ты даже не сможешь управлять своим смартфоном, поэтому очень аккуратно настраивай яркость, не следует сразу при первом же настройке, при первом же запуске сразу уводить вот так вот на минимум. Попробуй сначала где-то с середины. Выставляешь значение на середину, далее нажимаешь, ориентируясь на вот этот текст, далее нажимаешь Enable Screen Filter, и сейчас экран потухнет. Здесь на видео ты видишь яркий экран, но у меня экран затемнился. Он не потух, полностью затемнился, и я примерно могу оценить, какая будет яркость. Если яркость меня устраивает, то нажимаем Keep Setting слева. Если нас не устраивает яркость, то либо просто ждем 5-10 секунд и все вернется на свои места, либо нажимаем Cancel справа. Если нам слишком ярко, мы настроили, и нам все еще слишком ярко, берем и буквально там на пару процентов уменьшаем еще. Было 15, ставим 13, опять нажимаем Enable Screen Filter, смотрим, если нас устраивает яркость, нажимаем Keep Setting слева, если не устраивает, то либо ждем 10 секунд и все вернется, яркость на свои места, либо нажимаем Cancel и далее опять регулируем. Ну, удобнее всего опираться на вот этот текст, примерно яркость, и ты сможешь довольно четко выставить яркость этой галочкой, ты сможешь отключить подсветку кнопок
назад в навигации, назад домой и последние приложения. Вот такое видео, такая информация. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй любой комментарий под этим видео. На этом все, всем пока.